1000 выпускников получили свои дипломы по направлениям бакалавриата и магистратуры. В КЧГУ имени Умара Алиева прошел общеуниверситетский выпускной. Для виновников торжества был организован большой праздничный концерт с участием артистов Карачаева-Черкесии и известного музыкального исполнителя из Дагестана. На праздничном мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Этот день для 1000 выпускников КЧГУ наполнен радостью и яркими впечатлениями. Сегодня для них открывается новый этап в жизни. В праздничном мероприятии приняли участие сотрудники университета, родители и друзья виновников торжества. Каждый из них поздравлял ребят и отмечал их достижения в течение обучения в ВУЗе. Поздравил выпускников, исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусултан Узденов. Он подчеркнул важность получения высшего образования и пожелал молодым специалистам успехов в дальнейшей профессиональной карьере. Каждый год, когда мы выпускаем очередной выпуск нашего университета, очень волнительно для всего коллектива, потому что эти 5 лет не только мы влияем на них, но и они на нас. Да, и они становятся родными за этот период. С одной стороны. С другой стороны, эти 5 лет и наш выпуск – это результат деятельности всего нашего коллектива. И нам очень интересно и волнительно думать, что будет завтра с этими студентами, каких успехов они добьются. Нам радостно и немного грустно, что наши выпускники сегодня пополнят ряды профессиональных кадров в различных отраслях экономики республики и страны. Помимо дипломов, лучшим студентам, отличившимся не только в учебе, но и в общественной жизни вуза, вручили благодарности. Сегодня заканчивает наш прекрасный вуз, моя группа, специальности государственного муниципального управления. Какие прекрасные дети. Они пришли маленькими, но уже уходят взрослыми специалистами. И вместе с ними уходит часть моей души, честно скажу. Потому что мы к ним привыкли, мы их любим. Очень воспитанные, хорошие дети. И будем надеяться, что они в жизни проявят себя как специалисты. Выпускники, прощаясь с родным вузом, поблагодарили своих преподавателей, которые в течение обучения делились своими знаниями и оказывали поддержку в реализации их инициатив. Чувства, конечно, переполняют такие волнительные. И в первую очередь я думаю о будущем, что будет дальше. Думаю о своих друзьях, о своих коллегах, о своих преподавателях, которые в течение этих 4 лет обучали меня, делились своим опытом, делились своей любовью. Ощущения очень приятные, зная, что у меня за плечами 6 лет студенческой жизни. И они прошли бы прекрасно, и в старости я буду их вспоминать теплыми воспоминаниями. Мои впечатления самые замечательные, самые теплые и самые искренние. Я так благодарна своим одногруппникам, своим кураторам, своим преподавателям за ту возможность, которую они мне подарили, за обучение в этом университете. Я так рада за всю поддержку и опору, которую они мне оказали и подарили. Я почувствовала, что здесь я действительно ценна, любима и обо мне заботятся. Для всех виновников торжества был организован концерт с участием известных артистов Карачаева-Черкесии. Приятным сюрпризом для молодежи стало выступление исполнителя из Дагестана Шами. Участники выпускного навсегда сохранят впечатления, полученные на этом празднике, надолго в своих сердцах. Алихан Лепшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.